Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров во второй день официального визита в Японию прибыл в город Киото. Садыр Джапаров и первая леди Айгуль Джапарова в древнюю столицу Японии прибыли на скоростном поезде Шинкансен. В ходе визита глава государства проведет встречу с губернатором префектуры Киото Такатоши Нишиваки. Здесь же для высоких гостей запланирована культурная программа.